когда я хорошо выспался, я смотрю на все просто как на макет. Все так четко вижу. Вот перед нами звездолет, ребятки. Происходит следующая история. Ты оставил на Земле... Ну, Интерстеллар, немножко пересказываю. Но в своей, что называется, модификации. А, значит, ты оставил всех. Жену, детей, мать. И улетел. Все остались, все... Всех не стало, пока ты летал. Да и более того, ты уже не вернешься. И ты летишь, и все, что чем ты располагаешь, это этот звездолет со всеми данными, со всей глыбой мирового интеллекта. Все в твоих руках. То есть ты самый умный, самый перспективный. Ты улетел в другую галактику. И здесь, я думаю, что... произойдет следующее. Либо ты там найдешь еще какую-то другую планету, где ты тоже себе найдешь родных и близких, либо ты создашь эту другую планету с теми же родными и близкими. Но я... Либо ты что, перестроишь самого себя там, в этой далекой галактике, сконструируешь из себя некое другое существо. Вот это я сомневаюсь. То есть получается у нас что? Вот это и получается. А вот эта вот палата, вот это, по-моему, дома Романовых, никак иначе. Там мне брат сказал, имеется музей. И вроде бы она какого-то века, типа 17-го, что ли. Надо сейчас будет узнать. Пойдем посмотрим.